Сегодня выходит очередной выпуск телепередачи «Точка зрения» Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. И сегодня мы с вами обсудим интересную тему, которая так или иначе может затронуть каждого из нас. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Прокуратура Республики Татарстан напоминает, что на каждое незаконное действие она ответит противодействием. И сегодня у нас в гостях член Татарстанского отделения Ассоциации юристов России, старший помощник прокурора Республики Татарстан по правовому обеспечению Петрова Ирина Степановна. Ирина Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. И начнем с традиционного вопроса, что вас подвигло поступить на юридический факультет, выбрать такую профессию, да, в органах прокуратуры, с чего все начиналось? Расскажите, пожалуйста, нашим участникам и телезрителям. Это очень интересная история. Почему интересная? Потому что я не могу сказать, с чего это начиналось. Я единственное помню, вернее, не помню, мне совершенно несколько лет тому назад, то есть совершенно недавно, напомнили мои одноклассницы, которые рассказывали, что мы стояли в коридоре школы, и они спросили меня, а почему ты хочешь идти работать прокурором? И я говорю, и что я ответила? Они говорят, ты ничего не ответила, гордо подняла голову, повернулась и ушла. Мы, говорит, смотрели тебе вслед и думали, а что ж такое прокуратура? И меня спрашивают, а почему ты ушла? Я говорю, вы знаете что, я ушла, потому что я сама не знала, что это такое. Вот даже как. И поэтому я не могу сказать, кто меня сподвигнул. Видимо, Господь Бог, наверное, так это самое указал. Но я всегда знала, где я буду учиться на юридическом факультете. И после окончания юридического факультета знала, что я буду работать в прокуратуре. Как? Все-таки призвание – это все-таки служить закону. Видимо, у вас изначально со школьных времен было внутри. То есть это не выбор, это уже определенность. Хорошо, а вы помните, как первый день, рабочий ваш день проходил в органах прокуратуры? С чего? Ну да, несмотря на свой возраст, я помню все. Это было 30 июня, ну было жарко. Тогда еще было такое, сейчас просто студенты заканчивают, они ищут сами себе работы. А тогда было такое направление, как распределение. И меня распределили работать в город, тогда Брежнев назывался, сейчас город Набережные Челны. Крупный город, где есть завод-гигант, об этом все знают. Ну, я приехала, так как я первый раз вообще в жизни уезжала из Казани, ибо я тут родилась, у меня тут родители. Я, конечно, взяла два чемодана, какие-то вещи. Все самое необходимое. Ну да, но хотя у меня не очень много вещей было. И лето, и я была, я росла не в очень такой обеспеченной семье, и я лето, и я была, одела платьице. Причем, знаете, платьице такое было синенькое с белыми ромашечками. Я приезжаю с этими двумя чемоданами. Мне говорят, пришла? Я говорю, да, пришла. Они говорят, ставь чемоданы вон туда, в угол в коридоре прокуратуры. Я поставила, и поедем. Я говорю, куда? Они говорят, на труп. Вот как, неожиданно. Я приехала утром, выехала на автобусе через 4 часа, ну, примерно 4 часа Казань, Челны, автобус. Я еду вместе со всеми. Хотя не совсем уже понимала, труп, не труп, ну вообще не понимала. Было, наверное, очень волнительно, да, в этот момент? Сказали, поедем, ладно. Мы приехали, это был пятиэтажный дом, и труп был в последнем подъезде, надо было подняться на пятый этаж. С первого подъезда, мы подъехали со стороны первого подъезда, с первого подъезда были видны не просто куча, а стаи мух. Почему? Потому что труп лежал 2 недели. А июнь, жарко, и он просто что? Ну, понятно, да. И он был в таком состоянии, что лежал 2 недели. То есть мы, когда поднимались на пятый этаж уже этого последнего подъезда, от стаи мух уже нельзя было отмахиваться, они садились, по крайней мере, на моем платье с белыми ромашечками, оно было все усеяно вместо ромашечек мухами. Ну, пришли, там уже эксперт был. Эксперт мне дал табуреточку какую-то деревянную, говорит, садись. Я говорю, зачем? Возле трупа. А труп был на это самое. Ну, то есть он в гнилом состоянии был, он был на кровати. Я говорю, зачем?
Я ж только приехала. Такому не учили на юридическом, да? Зачем? Будешь писать протокол. Я говорю, хорошо. Ну, говорит, он мне говорит, не волнуйся. Ну, тогда я еще была молодая, он был такой, ну, постарше. Он говорит, не волнуйся, все нормально будет. Просто я тебя буду диктовать, а ты будешь писать. Он осмотрел. Труп лежал на спине. Осмотрел, мы все записали. А труп-то надо осматривать со всех сторон. Да. И он его переворачивает. А так как был в гнилом состоянии, и когда он переворачивает, перевернул его на живот, труп издал такое: «Ух! Я с этой табуреточки чуть не упала». Что называется, задышал, да? Нет, просто он был еще, когда долго лежит, он еще надувается. Mm-hmm. И тот воздух, который был... Ух, я с этой табуреточки, я еле-еле задержал за край кровати, где был это самый труп. Вот такой мой был первый день. Да, впечатляюще. На самом деле, это курс криминалистики в первый же день работы, так скажем, столкнуться с такими вещами. Хорошо, а если касательно вот наших жителей, обывателей, многие из вас сталкиваются, да, с какими-то незаконными действиями или чувствуют, что их право нарушено, и многие эксперты говорят, что помимо, так скажем, одним из способов защиты – это обращение в суд, можно обратиться и в прокуратуру. Вот. Насколько это вот эффективный метод там, по срокам, по решениям, которые принимаются на сегодняшний день? И как вообще обращаться? Почему, сейчас разъясню, почему это эффективный метод? Потому что у нас сейчас есть юридические мошеннические конторы, которые требуют с людей очень много денег и говорят: – мы вот сейчас напишем прокурору, требуют за это 20-30 тысяч за одно заявление. Мы напишем прокурору, а прокурор прочитает ваше заявление, и уж он все разберется, и все решит, и все сделает. Даже юридические мошенники, юристы-мошенники, они даже на этом зарабатывают громадные деньги. Но обращение к прокурору, конечно, это очень действенная форма, но только в том случае, если заявление, то есть тот вопрос, который нужно решить, он входит в компетенцию прокурора. Потому что по федеральному закону о прокуратуре прокуратура не подменяет иные органы. И если у нас есть, например, надзорный орган, ну, предположим, жилищная инспекция, она надзирает за тем, как работает наша управляющая компания, то прокуратура не подменяет жилищную инспекцию. Надо сначала обратиться в жилищную инспекцию. После уже. А тогда, когда она даст ответ, если он не удовлетворит заявителя, вот тогда можно написать прокуратуру. То есть обращаться юристам не обязательно, можно сразу идти и жаловаться к вам. Ну, можно и к нам, но мы хотя бы... мы, к нам приходит очень много людей, хотя бы мы объясним, куда надо написать. Мы объясним, разъясним. К нам масса людей приходит, и мы никогда, людей никогда не говорили, что не приходите, это не наш вопрос. Мы, по крайней мере, разъясним. Мы заявление, конечно, можем взять, но мы сначала разъясняем, что для того, чтобы более быстрее и эффективнее решить вам этот вопрос, вам надо обратиться вот к тому-то должностному лицу. Я никогда не забуду, я один раз читала одно заявление, где женщина пишет: «Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Я 94 раза к вам обращалась, вот пишу 95-й раз. Потому что я знаю все 94 мои заявления, те люди, которые окружают, они вам не показали». То есть не надо обращаться к прокурору Российской Федерации, не надо к президенту Российской Федерации. Надо именно обращаться в тот орган, который правомочен разрешить проблему. И каждый гражданин, он никак не заинтересован в том, чтобы писать туда-сюда, и чтобы все это, конечно, время проходило. Время, да. Он никак не должен быть в этом заинтересован. Вот как раз мы каждому человеку пытаемся донести до каждого человека. И не надо 94 раза писать президенту Российской Федерации. Понятно. То есть за первичной консультацией можно обратиться к вам, ну, а потом уже непосредственно к тому должностному лицу или в орган, или организацию, к которой вы обращаетесь. К нам приходят все. К нам приходят люди, которые даже... Им не нужно писать какие-то заявления. Вот они пришли и говорят: вот мне хочется книжку какую-то по юридической теме почитать.
Я говорю, ну хорошо, я вам найду книжку, только чтобы она у нас была не с печатью прокуратуры, то есть не в библиотеке прокуратуры. Ну есть книжки какие. Я говорю, вам нужно? Вот, берите. К нам даже такие люди приходят. Угу. А в любом случае, то есть насколько эффективно, то есть перейти на первичную консультацию или же там написать заявление, там, условно говоря, либо жалобу, либо через электронный ресурс, через сайт, то есть с чего начать лучше, как вы считаете? Вот, ну, какая мне... практика вообще обращений? Практика, все варианты можно, все варианты. Но самое главное, что люди, которые пишут заявление, когда мы их отправляем правомочному должностному лицу, они не понимают, что мы не можем его разрешать вот на настоящей стадии. Все варианты хороши, и электронные, и через портал госуслуг сейчас очень много заявлений направляет, и сами люди приходят с заявлениями, их всегда рассматривают. Если мы не правомочны это заявление рассмотреть, в течение 7 дней со дня поступления мы направляем правомочный орган. Угу. Если мы правомочны разрешить именно прокуратура это заявление, то мы его разрешаем в течение 15 дней со дня получения. И если нужно затребовать какие-то материалы, или уголовные дела, или материалы, то месячный срок разрешения. Это нужно знать каждому заявителю. То есть со всем пакетом документов обратиться к вам, чтобы вы могли уже определить, да? Хорошо, интересно. Я думаю, что и телезрителям важно понимать, да, вообще процедуру, порядок обращения. Наверное, это есть и на сайте прокуратуры республики. Ну, это и на сайте есть. И порядок обращения, это все можно посмотреть на всех сайтах. Но даже кроме... Ну, старые люди, они не могут пользоваться, пожилые, вернее, извиняюсь, не могут пользоваться сайтами. Но все знают, что если придешь в прокуратуру республики на Кремлевскую, 14, там разъяснят. Все районные прокуроры с 9 до 18 принимают, есть личный прием граждан. То есть много можно способов найти, чтобы проконсультироваться. Ну, понятно. И после получения ответа, если заявитель не удовлетворен тем ответом, уже повторно обратиться. Может его обжаловать. Да, да. Как в судебном порядке, так и... В судебном порядке он может обжаловать, прокурор ему разъясняет в ответе. Угу. В конце ответа он, например, говорит, что ваша жалоба не удовлетворена, и он ему разъясняет, кому вы можете обжаловать. Это разъяснение, оно детальное. Угу. И там написано или вышестоящему прокурору, или в суд, ну, еще. То есть это все разъясняется. Порядок. Понятно. А вообще, как изменилась практика обращений в период пандемии? То есть каких обращений стало больше или меньше? Вот есть вот... Нет, таких нет обращений больше или меньше. В период пандемии все равно всех принимали у нас. И у нас ведь обращение, большая часть обращений идет, конечно, по линии ЖКХ. Дальше идет обращение по работе судебных приставов. Угу, бездействие. Да, бездействие по работе судебных приставов. Потом идут обращения по трудовому. Это как бы три топ-темы, по которым обращаются. Из года в год. Да, из года в год. Интересно. Хорошо, тогда вот хотелось бы вернуться немножко назад. Тут у нас учащиеся в том числе присутствуют в студии. Вот, а какие вообще есть особенности работы в органах прокуратуры? Да? Какие, может быть, советы, наставления можете дать нашим участникам и телезрителям, которые захотят в будущем связать свою жизнь с органами прокуратуры? Во-первых, нужно очень любить эту работу. Почему? Потому что служба не зря погоны. Потому что говорят, что служба в органах прокуратуры, она предполагает, что ты выполняешь любую поставленную перед тобой задачу. И если ты не любишь эту свою службу, эту работу, то тебя она не будет удовлетворять, тебе не нравится, ты скажешь, не буду я тут работать. Поэтому нужно очень любить. Вот просто, вот как говорят в каком-нибудь там фильме, есть же, вот это безумно, девушка влюбилась безумно в парня, или парень безумно влюбился в девушку. Конечно, может быть смешно, но так я хочу сказать, надо безумно влюбиться в прокуратуру. Свою работу, вот, да. Безумно влюбиться в прокуратуру, и чтобы эта любовь была до конца. Потому что без этой безумной любви никак не сможешь работать там. Ну, я, например, могу сказать одним примером. Я, например, значит, выхожу после больничного,
выхожу на работу, мне ставят задачу, ну, летом. У нас там был ремонт, и после ремонта надо сделать по-новому музей прокуратуры. Ну, то есть, где я, а где музей? Так. Я юрист, я заканчивала юридический факультет, я не заканчивала институт культуры по музейному делу. Все-таки музей делать — это не просто что-то поставить. Там нужно... свой порядок. Там нужно именно свой порядок, там нужно соображать. Если бы я безумно не любила свою прокуратуру, я бы сказала: сами делайте этот музей. Но я понимала, передо мной поставлена задача, ее надо делать. Мы ее сделали, теперь наш музей очень-очень красивый. Какое творческое начало в вашей работе, и, безусловно, нам тоже необходимо. Вот именно творческое начало. И поэтому те, кто хочет идти в прокуратуру, не надо бояться чего-то. Вот у нас там есть специальная процедура, ну, там сдача диктанта, сдача экзаменов, там вопросов по этим экзаменам очень много. Там где-то около 200 вопросов. Ну, подготовиться можно. Подготовиться. Но не надо бояться, не надо спрашивать там, а если вот я приду на работу, какая мне зарплата будет? Вот это вот тоже не надо спрашивать. Вот если решил, поставил перед собой цель, надо влюбиться в эту цель, и ее добиваться. И жениться на работе. И жениться на работе. Медленно, но верно добиваться этой цели. Причем ведь есть люди, которые сразу поступали в прокуратуру работать, а есть люди, которых не получилось сразу. С первого раза. Не получилось сразу. Не сдали они экзамен. Ну, так же, как и ВУЗ, не всегда получается. Да, не получается, да, не сдали экзамен. Они все равно медленно, но верно шли к своей цели. Да. Интересно. Было бы желание, да. Ну и вспоминая ваш рассказ о первом рабочем дне, действительно, не любить профессию невозможно. То есть имеется в виду, что если вы начали заниматься своим делом, вы идете до конца, и обратной дороги уже нет. Потому как, ну, непростая задача. Шульгин Степан, я бы хотел вернуться также к творческому вашему началу. Нам всем известно, вы ведете авторскую передачу в телеканале «Око прокурора», да, вот расскажите, пожалуйста, подробно о ней, с чем вообще связана данная передача, с чего она начиналась, какова миссия данной передачи. «Око прокурора», первый пилотный выпуск мы засняли в ноябре 2017 года. Угу. Это уже получается 4 или уже... 5 лет, 5 юбилей. Лет, да, 5 лет, ноябре 2017 года. Причем, опять же, я очень... хотела сделать эту передачу. Опять же, можно сказать, это какое-то безумство, потому что где я и где телевидение. Но я решила, что эта передача будет. И мы эту передачу засняли. Она рассказывает о работе органов прокуратуры и также важную миссию выполняет по разъяснению законодательства. Угу. Интересно, да, такое... мероприятия, такие передачи по правовому пресечению, они в любом случае полезны для большого круга аудитории, потому что профилактика, как мы знаем, в этой сфере, она намного важнее, нежели предотвращение тех последствий, которые возникают у людей. Степан, еще вопрос, вот, может быть, у телезрителей, у участников нашего процесса. На любой вопрос отвечу. Да, на любой вопрос есть уникальная возможность. Не обязательно про прокурорскую деятельность или какую-то другую деятельность. Любой вопрос. Есть? Да? Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Позолотин Егор, учусь на втором курсе бакалавриата. У меня такой вопрос. Вы упомянули про свои студенческие годы. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать, с какими трудностями вы столкнулись во время обучения и были ли они вообще? Спасибо. Мне ему отвечать или? Ну, нам, да, аудитория. Я почему засмеялась? Потому что у меня никаких трудностей не было. Знаете почему? Потому что в школе я училась, так скажем, средне. У меня в аттестате даже были тройки. Но я, как я говорила, знала, что пойду на юрфак. Юридический факультет я закончила с отличием. И вы знаете, я объяснить это не могу, но я никогда ничего не учила. Я вообще ничего не учила. Мне как-то само заходило, и я это...
И мои однокурсники все время меня просили перед сессией, сказали, давай соберемся, ты будешь это вместе готовить нас к экзаменам. Почему так, я объяснить не могу. Многие, даже вот педагоги, которые вот, ну, то есть в педагогике разбираются, они говорят, ну, редко так бывает, что если человек учился в школе, ну, так скажем, ну, я не могу сказать плохо, но если были тройки, средние. Тройка – это как? Удовлетворительно, да, удовлетворительно. А в ВУЗе, они говорят, мы тоже не можем понять. Потому что, ну, никаких трудностей, в общем-то, не было. Спасибо. Поэтому нашим учащимся тоже пожелаем без трудностей учиться, сдавать сессию. Здравствуйте, меня зовут Якуба Тамара, я учащаяся первого курса бакалавриата. Хотела бы спросить, вот вы говорите, надо влюбиться в работу и выполнять любую поставленную задачу. А много ли у вас на дню задач, и со всеми ли вы справляетесь? Если справляетесь, то как? Может быть, какая-то планировка, ежедневник? Как все успевать? Спасибо. Задач у меня по работе много. Честно скажу, я не совсем со всеми справляюсь именно в этот день. Но план, он всегда есть. Но если... Это, конечно, отрицательный момент. Если я что-то запланирую, у меня никогда ничего не получится. То есть планировать не стоит в вашем случае? У меня никогда ничего не получится, у меня, видимо, какой-то этот. Но, знаете, если я, например, вот мне надо написать сценарий к программе «Око прокурора». Я пишу сценарий, я там монтирую вместе с режиссером запись. Если я сегодня сценарий не написала, я знаю, что, значит, я приеду на работу завтра или послезавтра, и напишу этот сценарий. Если я не сделала, мне еще планировать сложновато, я еще по субботам преподаю у студентов юридического факультета, я еще кандидат юридических наук, планировать сложновато, но если я, значит, чего-то не успела по работе, то я для этого использую выходные дни. Но есть такие моменты, где я очень медленно все делаю, потому что надо понять. Вот какой момент. Сейчас у нас изменились отчеты, и нам нужно выступать в соцсетях, вести, вернее, соцсети. То есть вот публичный формат. Публично вести. По правовому просвещению там есть некоторые сложности. То есть вот как вести соцсеть, да, для меня это немножко сложновато. Ну, то есть это будет все медленно, но верно, я все-таки приду к цели. Спасибо. Но я не говорю о том, что планировать нельзя. Все нормальные люди планируют, просто у меня никогда ничего не получается. Ну, просто не получается. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый день, Ирина Степановна. Меня зовут Алышев Умит, студент третьего курса. Вот у меня не сколько вопрос, а сколько хотел бы именно получить от вас разъяснение. А вот по статистике, вот в России получается около 1% оправдательных приговоров. Связывают это с тем, что вот именно следствие и органы прокуратуры именно действуют с обвинительным уклоном. Вот. И хотелось бы именно, чтобы вы дали разъяснение этому моменту. И еще также у меня есть другой вопрос. Ну, как вы говорите, влюбиться в профессию. Вот у меня есть влюбленность. Не совсем я еще влюбился, но есть влюбленность. Я бы хотел в прокуратуру именно. И вот хотел бы связать свою жизнь с прокурорской деятельностью. И вот хотел вас узнать. Вот я слышал, что можно именно общественным помощникам, как вакансии такие бывают в прокуратуре. Вот хотел узнать у вас, насколько это сейчас актуально. Общественным помощником можно, значит, нужно зайти на сайт прокуратуры, узнать, какие документы, я просто не помню, какие документы нужно для общественного помощника, их собрать, можете потом мне позвонить, я вас встречу, проведу в отдел кадров, где вы эти документы сдадите, а там дальше уже будет рассматриваться вопрос. Но без документов вас никто не примет. В кадровой службе. А насчет обвинительного уклона, ну, прокурор по федеральному закону и вообще по своей сути это государственный обвинитель, то есть сторона обвинения, но многие думают, что суд
он слушает прокурора. Суд, он не слушает никого. Суд – это арбитр, где с одной стороны арбитр на ринге, где с одной стороны адвокат, с другой прокурор. И кто кого выиграет, по имеющимся доказательствам, по своему мастерству, то судья и смотрит. И судья потом, значит, выносит приговор. У нас, если оправдательное, я не помню, ну, откуда вы прочитали, но у нас оправдательных приговоров, например, с участием присяжных заседателей, у нас около 30 где-то процентов, где именно присяжные заседатели оправдывают. То есть это простые люди, можно сказать, с улицы. Я почему говорю с улицы, это именно суть присяжных заседателей, они не юристы. Они оправдывают, они считают, что это самое, невиновен. Но прокурора никто никогда, если прокурор сказал, значит, признать виновным, и все сразу сказали «да» и признаем. Никогда такого не бывает, особенно сейчас. У кого-то, да? Еще. Здравствуйте, Хайрудинова Азиза, будущая ученица юридического факультета. Ирина Степановна, я знаю, что у вас недавно вышла книга, связанная с юридическим делом. Ее можно встретить в библиотеках нашего города. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы написать эту книгу и о чем в ней в целом рассказывается? Спасибо. Книга называется «Записки о любви. Истории жизни прокурора». Но тут как раз она была навеяна вот именно этой темой, записки о любви, вот именно о любви в широком смысле этого слова, о любви к профессии, о любви к городу, там заметки, о любви к, ну, к городу, о любви к людям, о любви к мужчине, о любви к женщине. То есть любовь вот в таком широком смысле слова. Я не помню наизусть, но предисловием этой книги слова известного поэта Евтушенко. Наизусть не помню, там есть эти стихи. Евтушенко, где как раз он говорит о том, что сначала была любовь, а потом уже слово. Ну, я не могу сказать, что это уж такая литературная книга. Это просто заметки из моей жизни. И самое главное, суть всех этих заметок говорит о том, что любовь – это основополагающее то, что есть в нашей жизни. И с нее все начинается. И с нее все начинается, и ей заканчивается. Да, согласен с вами, Ирина Степановна, я тоже был участником этого процесса, так скажем. Читал эту книгу, мне безумно понравилось, интересно нашим телезрителям и участникам также при возможности. Предлагаю ознакомиться. Я думаю, сегодня даже будет такая уникальная возможность. Еще будут вопросы? Вот. Сегодня вопросов много. Добрый день. Меня зовут Хисматуллина Дина. Обучаюсь на первом курсе. У меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, не утратит ли свое значение деятельность прокуратуры через, например, 20 лет? Спасибо. Ну, деятельность прокуратуры, она не утратит свое значение никогда, если считать, что 12 января 2022 года мы отпраздновали 300 лет со дня образования прокуратуры. И всегда прокуратура была, хотя в некоторые моменты ее упраздняли, потом она как птица Феникс из пепла опять вставала. И никогда, навряд ли, ее упразднят когда-нибудь, и все, она закончится. Но другой вопрос, что у нее все больше и больше отбирают функции постепенно. Постепенно. Раньше, вот вы знаете, когда я начинала работать, я была следователем прокуратуры. Следствие было в прокуратуре. Раньше прокурор давал санкцию на арест. Сейчас у нас арестовывает кто? Суд. Потихонечку прокуратуры отбирают. Но по своей сути, как орган государственного обвинения, прокуратура была, есть и будет всегда. Еще. Добрый день, меня зовут Назар, я обучаюсь на втором курсе. И вот хотел задать вопрос, вот в связи с последними событиями, а именно учащающимися нападениями животных бездомных на людей –
и данная напасть не обошла и наш город. Хотел бы спросить, какие действия по превенции последующих нападений принимает прокуратура на данном моменте? Она, прокуратура, по каждому факту нападения проводит проверку в обязательном порядке и смотрит, есть ли какой-то состав правонарушения или преступления у тех, кто обязан работать вот именно над тем, чтобы эти собаки не бегали голодными, там, холодными и так далее по улицам города. У нас все-таки это возложено на кого? На органы местного самоуправления, на местную власть. И поэтому по каждому случаю прокуратура все равно после проверки выносит соответствующий акт прокурорского реагирования. Но, к сожалению, это, конечно, больной вопрос. Как бы ты ни делал, сколько бы ты актов не вносил, кто-то опять купил собаку, завтра он ее выкинет, она опять будет. Это все равно, что как вот с этими сайтами. Сайт запрещенную информацию публикует, там есть определенная процедура, значит, надо блокировать эту информацию. Пока процедуру пройдешь, время прошло, этот сайт заблокировали, вместо него 3 сайта других открыли. Да, безусловно, так и есть. Вот, Ирина Степановна, начали говорить о бездомных животных. Действительно, проблема есть такая, она актуальна, злободневная. Это ведь человеческий фактор, да, прежде всего. Люди заводят домашних кутят таких, так скажем, хотят порадовать своих детей, там, родственников, близких. А когда они подрастают, они становятся им, к сожалению, ненужными. И вот в этот момент как раз-таки и появляется такое большое количество бездомных животных. И говорить о том, что, не знаю, я сейчас даже не в защиту прокуратуры, а в целом, что вот органы не проверяют или не контролируют, это все-таки зависит от нас самих. То есть как мы будем относиться, да, к животным, к нашим собратьям малым. Вот. И второе, наверное, это вопрос учета. Наверное, в будущем, если сейчас как раз-таки в Госдуме находится законопроект, по этому вопросу, я думаю, что в будущем этот порядок учета и обращения с домашними животными и бездомными животными также будет учтен. Еще, может быть, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Леонид Тимур. Я учусь на первом курсе бакалавриата. И вот существуют довольно спорные вопросы, которые время от времени всплывают. И один из таких вопросов, который касается... он касается, в общем, смертной казни. Как вы думаете, нужно ли в России отменять мораторий на смертную казнь? Хотелось бы узнать ваше мнение, как у опытного сотрудника. Непростой вопрос. Нет, тут понимаете, почему не... Нет, он не простой вопрос. Для меня он простой вопрос. Но все дело в том, что как человек, я хочу сказать, что я за смертную казнь. Но как должностное лицо в погонах, я должна исполнять закон. В законе, раз есть мораторий, значит, нужно его исполнять. Но, как очень много должностных лиц, которые сидят у нас в органах законодательной власти, они тоже понимают, например, что лучше, как люди понимают, лучше расстрелять, например, человека, который у нас развратные действия или другие действия совершил в отношении несовершеннолетних. Они, как родители, это понимают. Но как должностные лица, они тоже понимают, что надо все-таки, и закон есть закон. И поэтому, например, у нас ужесточили ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Там до 15 лет лишения свободы. Поэтому тут, видите, с одной стороны, как человек, с другой стороны, как прокурор. Как должностное лицо. Спасибо большое, Ирина Степановна, за столь развернутый ответ. У вас тоже вопрос, пожалуйста. Столько вопросов. Степан, благодарим вас за интересную беседу, за откровенный разговор с нами. Шакирзяна Валилия, председатель Совета молодых юристов Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов. Такой вот вопрос о гендерном балансе. Скажите, пожалуйста, много ли представителей женского пола у вас в качестве сотрудников правоохранительных органов, да, в органах прокуратуры? И хотелось бы узнать портрет сотрудницы
прокуратуры. Это, как правило, женщины со стержнем, и нежным натурам там нет места. Как вот расскажете нам о таком портрете женщины? И происходит ли деформация в ходе работы в органах прокуратуры? Спасибо. К сожалению, когда я всегда говорю девушкам, что вы сюда пришли, вам тут делать нечего, гендерный баланс, он все больше и больше в сторону женскую. Ну, 50 на 50. Раньше не было такого. Почему мне говорят, типа, а вы что нам говорите? Вы тоже нашего пола? Вы-то тут работаете? Я говорю, почему? Потому что происходит все равно, от этой деформации ты никуда не денешься. Если я 10 лет работала следователем, если я 10 лет допрашивала убийц и насильников, то какой бы я ни была идеальной, все равно на меня это подействует. Вот когда я, например, участвую в прямых эфирах в телеканале, кроме «Око прокурора», я во многих передачах участвую, я и ведущая. Ведущие девочки, они улыбаются, они умеют улыбнуться. Я сижу в камеру, я не умею улыбаться. А почему я не умею улыбаться? Не потому, что мне сейчас печально или завтра, вчера было печально, а потому что эта деформация, я всегда привыкла, вернее, выработана такая привычка, что я суровая, что я жесткая, и улыбки, эту улыбку у меня просто не получается. Хотя улыбнуться надо, так как любая программа, когда, ну там две программы, я веду, например, я говорю, здравствуйте, в эфире программа «Око прокурора», с вами в студии Ирина Петрова. Я должна хотя бы улыбнуться. В конце программы я, конечно, говорю «до свидания» и помните, что на каждое незаконное действие прокуратура ответит противодействием. Тут улыбаться не надо. Но я даже улыбнуться не могу. Поэтому я бы, конечно, не советовала натурам мягким, натурам лирическим идти в прокуратуру, потому что там нужно только пахать. Пахать, пахать и пахать. Ну, девушки, видимо, это им нравится. Работать. А деформации они еще не думают, потому что они или молодого, или чуть побольше молодого возраста. То есть они еще не такого возраста, как я, они, может быть, пока не понимают. Спасибо большое, Ирина Степановна, за столь открытый диалог, ответы на вопросы. Я думаю, что многих заинтересовали вопросы и сейчас более глубже будут изучать то или иное направление. Ну а мы подводим итоги и прощаемся с вами и с нашими уважаемыми телезрителями. Спасибо вам еще раз. До новых встреч. До новых встреч.